Говорят, нужно очень сильно любить свое дело. И это чистейшая правда. Потому что будет очень трудно. И любой рациональный человек бросит, если только не влюблен. Тяжело будет очень. И так будет продолжаться достаточно длительный период времени. А если ты не любишь, если тебе не в радость этим заниматься, если ты не влюблен в дело, значит, ты бросишь. И на самом деле так происходит с большинством людей. Если внимательно посмотреть на тех, кто, ну скажем, добился успеха в глазах общества, и тех, кто не добился, то зачастую вот эти успешные любили свое дело и могли перестрадать тяжелые времена. А те, кто не любили, бросили, потому что они нормальны. Понимаете? Кто же все это терпеть будет, если не любит? Так что впереди еще горы тяжелой работы, постоянных нервов. И если не любишь, ничего не получится. А значит, нужно любить и любить страстно. И это, я думаю, значение высшего порядка. Ну и во-вторых, нужно очень хорошо подбирать людей. Потому что неважно, насколько ты умен, тебе все равно нужна будет отличная команда. И нужно научиться быстро разбираться в людях, принимать решения, не до конца понимая человека, и нанимать его. А потом уже на ходу взвешивать и оттачивать интуицию, попутно создавая организацию, которая в конце концов сможет развиваться самостоятельно, благодаря отличным людям вокруг тебя. Со мной была такая же история, как с Кенни. В школе я был не то что троечником, двоечником. И меня очень расстраивало, что я не мог найти, в чем бы мог преуспеть. Меня не интересовал гольф, я не хотел быть профессиональным футболистом. Мне нужно было найти, где я могу победить. И самое лучшее, это было ощущение реванша, доказать. Поэтому проигрыш на самом деле полезен. Я провалил экзамен по английскому языку, но потом я продал столько книг, сколько многим преподавателям английского и не снилось. Поэтому неудача — это как удар в пах, как отрезвляющий душ, как будто Господь говорит тебе: «Настало время действовать! Сын мой, ты только что понял то, чего не знал!» Жизнь слишком коротка для того, чтобы не иметь значения, чтобы быть неважной для тебя. Life is too short to be of no importance. Жизнь слишком коротка для того, чтобы не обращать на нее внимания, как на что-то неважное. I like to demonstrate it. Я очень люблю демонстрировать это следующим образом. I have a ruler here of 90 centimeters. У меня здесь линейка, на ней 90 сантиметров. Every centimeter one year of our life on average. Каждый сантиметр — это в среднем один год нашей жизни. For me, some is gone. Лично для меня уже часть этой линейки закрыта. I'm not sorry, I live very good. Вы знаете, я не жалею об этом, потому что я очень хорошо прожил эти годы. But it's gone. Но эти годы ушли. And maybe after 80, I will not be so fit anymore. И может быть, после 80 я уже не буду в такой хорошей физической форме. That's all I have. Это все, что у меня осталось. That's all you have. И это все, что осталось у вас. Maybe some of you a little bit more. Может быть, у кого-то из вас осталось немножко But that's больше. All you have. Но это все, что у вас осталось. To fit in your dreams. Для того, чтобы осуществить свои your мечты. Visions. Для того, чтобы осуществить your то, passion. Что вы видите. Вашу страсть. That makes your life worthwhile. Для того, чтобы сделать свою жизнь достойной. Your love. Вашей любви. Everything in you. Всего. Всего, что есть в вас. And one day it's gone. День еще один пройдет. And one day you're old. Придет день, когда вы станете старыми. You sit in your chair. И вы будете сидеть в своем кресле. And you ask yourself, was it a good life? И вы зададите себе вопрос: а была ли у меня действительно хорошая you know, жизнь? You will die one day. Вы ведь все знаете, что когда-нибудь вы умрете. What will you put into your life? Чем вы заполните свою жизнь? Life is too short to be of no importance. Жизнь слишком коротка для того, чтобы не обращать на нее внимания.